Всем еще раз привет. Вас приветствует Багира на канале Дневник Багира. Я хочу поблагодарить Диму. А сейчас у меня в руках нету его подарков, девочки. Очень прислал. Я вам покажу, что он мне прислал. Я благодарность просто с низким поклоном до земли. Дим, тебе огромное спасибо. Я шокирована, приятно удивлена. Голова разболелась, честно сказать. Сильно что-то. Вот. Просто такие подарки, это вообще, это просто, я не знаю, блядь, это что-то с чем-то, девчонки. Это просто муа! Это просто муа-муа! Обязательно покажу. Покажу я вам, будет эфир у нас 5 октября, в день моего дня рождения, прямой эфир. И вы увидите, что мне прислал Димон. Любовь моя с Новосибирска. Сейчас я вам покажу потолки. Видео будет длинным, задерживать вас долго не буду. Потолки у нас на пульте. Вот, смотрите, такая система. Вот. Лампочки у нас вот так вот. Я сказала, они хотели прямо сделать. Я сказала, вот так овалом, чтобы сделали, чтобы было красиво, девочки. 10 лампочков. Вот. А пульт переключает. Видите? Выключили. Включили. Выключили. Класс. С одной стороны можно включать. С другой стороны. Нормально? Вот. Красиво очень. Очень красиво. Вот такая красота. Очень светло, как я люблю. Света прям хватает. Бардак, правда, опять. Ну ладно, что теперь, куда без бардака-то? Света, девочки, хватает. Я очень люблю светло. Свет такой, какой я хотела. Там уже 3 тона света. И вот, короче, вот такой свет я выбрала. Очень люблю, когда дома светло. Посмотрите, как на кухне. Тоже вот это вот, короче, так лампочки установить я вот тоже подсказала. Ну, как вот мне нравится. Тут у нас 6 лампочков. Ребята молодцы, сделали очень быстро время. 2 часа, и уже все сделано. Красота, видите? Девки, вот когда потолок, да, все, все, совсем другое дело, правда? Сейчас поставят двери на следующей неделе, в конце этой недели. И все, девки, и квартира будет конфетка. Все намою приду, все сделаю. Ой, конфетка, девки, посмотрите, какая красота, а? Как светло, как хорошо, да? Как я, девочки, люблю. Блять, а что не фиксируется-то, а? Почему не фиксируется? Ну, что такое-то? Фиксируйся давай, блядь. Не фиксируется. Посмотрите, какая красота, девчонки. Очень светло. А вот прихожей. 3 лампочки. Красота? Ой. Обои подправили, туда заправили. Теперь как там шприцом надо будет клей туда наносить, заливать. Потому что туда не позаправили, видите, обои. Ну, красота, да? Пишите, как вам потолочки. Глянец белый премиум, девочки. Совсем другое дело. О, квартирка прям вообще преображается. Красавица. И обои прям мне нравятся очень. Я обои недорогие на Озоне брала. По 1400, по-моему, рулон. Или, блядь, по 1000 рублей. По 1000 рублей рулон брала я, девочки, обои вот эти. Вот эти обои по 1000 рублей. Эти обои я привезла вот эти с этого. С Шилова, с Рязани прислала посылкой. Присылала. И эти обои тоже с Рязани. Шилова. Ой, ну красота, да? Ну, что сказать? Ну, что сказать, девчонки, а? Двери поставят, и вообще все пиздец. Все пиздец. Можно приходить и жить. Ну, вот как-то так. Конечно, я очень довольна. Очень. Я довольна вообще самой работой. Очень довольна.
довольна ребятами, что быстро сделали они. Большие молодцы, они приехали в 11 часу. И время сейчас у нас, сейчас я вам скажу, 14.30, 2 часа. Сделали они за 3 часа. Большие молодцы, трудяги, вообще умнички, умнички. Хорошо сделали. И цена. Цена 29 тысяч. Представляете, 29 тысяч по всей квартире. А те вот, которые вот, до этого, да, я звонила, 40 тысяч, девочки. 40 тысяч за такой же самый потолок. 11 тысяч, девочки, я сэкономила. Молодец я? Я вообще умничка. Конечно же, большое спасибо. Я хотела бы поблагодарить человека, который приехал замерять двери. Слава его зовут. Тоже огромное спасибо. Он подсказал мне, предложил своих знакомых вот по поводу потолков. Он сказал, 40 тысяч – это очень дорого. Вот, и предложил своих знакомых. Вот этот замерщик – это сам хозяин этих потолков. Это его фирма, его организация. Александр его зовут. Вот он и, как бы сказать, ну, у него этот частный бизнес, вот этот, малопредприниматель. Вот он сам замеряет. И вот у него бригада, 2 человека работает. Вообще класс. Я очень довольна, очень. Просто и цена, и потолки. Ну, вообще, квартира прям... Ну, прям вот как, ну, вот вы знаете, вот прям вот квартира, вот, блядь, настоящая квартира, блядь, ёб твою мать. А то мы купили сарай. У нас на канале, у меня на канале есть видео, да, с этой квартирой. Я показывала ее, когда мы купили в прошлом году. Здесь не квартира была. Здесь не то, что сарай, здесь хуже свинарника было. Здесь было очень страшно, убого, убито. Блядь, особенно страшнее всего... Была ванная чугунная стояла, которая постояла без ног. И в туалете было очень страшно. Там ванная была с ободранными стенами. Туалет был, блядь, там 10 слоев обоев было. Бумажных. Ну, короче, было вообще убого. Вообще, тут вообще, короче, здесь вообще, блядь, пола не было. Вообще, я не знаю, что тут. Тут, короче, вообще я не знаю, что тут было, блядь. Вот тут была плесень, блядь, вот здесь вот все заплесневел весь угол. Здесь я не знаю вообще. Тут молодая семья жила с 4 детьми. Не знаю, как они тут жили. Ну, хозяев здесь очень много сменилось. Вот квартиру продавали, покупали, перепродавали, продавали, продавали, да, девочки. И никто ремонтом не занимался. Никто, никому нахуй ничего не надо, понимаете? Жили, как бы это, убивали квартиру, убивали, убивали, нахуй. Вот мы купили этот сарай. Вот. И вот теперь у нас радости нет предела, конечно же. Сейчас еще сделаю двери, и все, девки. Там написали, что на кухне нужна дверь. Нет, мне на кухне не нужна дверь, потому что у меня тоже на кухне нет двери. Это во-первых. Вот, и гарь у меня никакая не летит по всей квартире. У меня будет здесь плотная дверь в комнате закрываться. А когда я что-то готовлю такое, да... Там, если уж воняет, я открываю дома, например, всегда форточку. У меня дома тоже арка. Вот. И ничего, никакой гари не летит у нас. Я открываю окно и спокойно готовлю, чтобы окна не потели, чтобы влага выходила. А так у нас будет вытяжка. Мы купим со временем здесь вытяжку и поставим вытяжку. Вот. И зачем мне дверь? Здесь, тем более, вообще идет обратка. Здесь на кухне, кухня прохладная. Батарея не горящая. У нас в зале идет, поднимается отопление наверх. У нас жарко в зале. Понимаете? Вот. В зале жарко. Батарея, видите, чугунная. Большая регистра идет. Видите, какая? И она горячая. Здесь хорошо идет. Тут сначала вход идет отопление. Поднимается наверх до 5-го этажа. Дом 5-этажный. Вот. И потом спускается отопление вот сюда. Здесь батарея тоже чугунная.
Я батареи менять не буду. Батареи у нас очень хорошие. Они сохраняют долго тепло. Коля сказал, давай поменяем батареи. Я говорю, я его нахуй послала. Вот. И, короче, это. Батареи еле теплые. Здесь дырки были. Сейчас пол мы утеплили. Залили. Как его? Песчаную этот, как его? Ну, этот. Смесь. Вот. Тут все было. С дырами в подвале. В подвал дырки были, насквозь были. Ну, вообще, короче, было пиздец. Все дуло, продувало. Было очень холодно. В прошлом году зимой мы заходили сюда. Вот.